взяли, так? Кажется, я буду жить в этом костюме. Всем насрать, пофиг! Я 3 дня уже писаю в правую лапу. А еще она что-то говорила про медстрахование. Короче, чтобы жить в мире людей, нам нужно больше тех бумажек. А колдовать я больше не могу, что значит, выход есть только один. И каков же он? Пиздуй на работу! Пиздуй на работу! Черт, какой толстый барьер! Мы ему ножу его не пробить! Все путем! Что? Черт, бежим! Живо! Думаете, я отпущу вас после всего, что вы тут видели? Ку-ку, ёпта! Эй, Рита, кто эта девушка? И что у вас за отношения? Я? Я его невеста. Беги, сука, беги! Запеканка лучше всего горячей. А не пожалеешь? Это очень вкусный гриб. Ну как? Охуенно! Кана, ты вступаешь в клуб? Кому говорила не шуметь? Да ладно вам! Почему бы вам не погладить кота, чтобы успокоиться? Раскрошу в салат, нахуй! Ладно, вытри меня! Это же работа раба! Ха, Лунатян, ну как? Еще немного! A few moments later. Умри, хьюман! Терминировать! Долговая расписка на 156 миллионов йен? Мы заняли денег у очень щедрых людей. Спасибо тебе за то, что вернешь им долг. Идиоты! Папа с мамой подумали, и нам пришла в голову прекрасная мысль. Знаем, мы подарим эту расписку Хаэта, как-никак Рождество. Папа, мама! Это про меня! Кто эту херню писал? Почему после всех усилий на тебе не царапины? У нас на родине к такому уже привыкли. Да где жители могут привыкнуть к таким издевательствам? В России. Эй, без языка. Ну, так слова силы передаются быстрее. Что? Прости, но я... не интересуюсь обычными 3D-девушками. Ты больной! Абсолютно безнадежно больной! Сайка, ты тоже должна склониться передо мной в будущем. Понимаешь, у меня нет никаких талантов. Нужно больше... золота. Тома! Вставай, опоздаем! Ария, времени мало. Иди первой. Почему? Это же мужское общежитие. Застукают, проблем не оберешься. Говоришь складно, только вот ты ведь просто сбежать хочешь. В одном классе же учимся и сидим рядом. Куда я денусь? Зато у него типа есть девушка. Ксан-ксан, подожди. Уня. Раз уж мы друзья, можешь делать со мной что захочешь. Все, что захочу. Пиздец. С возвращением, хозяин. Ну нахер, такому меня жизнь не готовила. Ты, похоже, еще не пришел в себя. Раз так, я помогу тебе собраться с мыслями.
почему он, а не я? Амана, ты великолепен. Что? И если ты свободен... Если ты свободен, будешь ли ты со мной членом клуба геймеров? Это дерьмо видеть надо! Совершенно нереальная хрень! Слушай, а что за тюльпан на голове? А, цветок. Как мило! Да только не здесь! Как видишь, из-за него он странно себя ведет. Дешевая куртка. Неудобная, из грубой ткани. Размер не мой. Но в ней тепло, так что мне нравится. Ладно, за то, что согрел меня, дай я что-нибудь для тебя сделаю. Для меня? Говори, что угодно. Что угодно? Серьезно? На, серьезно. Верно, у меня нет выбора. И он решился. Ты мне нужна. Я сяду в тюрьму!